Ха-ха-ха. А зима-то не собирается уходить. Похоже, опять пришла зима. Зато смотрите, какая красота. Вообще. Ха-ха-ха. А зима-то не собирается уходить. Вчера после того, как здесь все капало, бежало, ручейки были, нас опять завалило снегом. Да и прилично-то снега выпало за ночь. Вот так вот завалило весь двор опять. Машины стоят все в снегу. Сейчас придется откапываться. Весело. Однако получилось. Ледяной дождь прошел. Оказалось, это не дождь, а снег был вообще. Да, ух ты, и метет уже. Как сегодня днем будет, посмотрим тоже. А вчера все началось часов в 11. В 11 часов пошел снежочек. И похоже, он шел всю ночь. Ветерок такой неприятный. И все белым-бело опять стало. Так, как было вчера? Сейчас покажу. Похоже, опять пришла зима. Как и обещали, ночью начался снег. Вечером должен был начаться, а он начался только сейчас. Все растаяло, опять снег. Блин, опять метет. Опять машину приходится откапывать. И так всю зиму. Вот она прелесть. Снежная зима. Вот такие сугробы. Снега у нас за ночь навалило. Размечтались мы о весне. Февраль месяц только. Еще до апреля месяца зима будет. Еще будут лютые холода. Но зато смотрите, какая красота. Вообще деревья все в снежном инее. Классно, как в сказке. Как новогодняя ночь получается. Только, конечно, вчера все таяло. А сегодня вот таким образом все стало. И снега, как видите, меньше не стало. Хотя и подтаяло. А вот такое качество дорог у нас. Особенно после того, как прошел снежочек, а вчера все растаяло. И такая зловещая луна сегодня у нас на небосводе. Да, дорожки у нас